Thank you.
Oh.
श्रीमद्भागवतं जय अनन्तकुचिवाष्णावृन्द की जय गौरप्रेमनन्दे обсуждение. Сампрашна. Сампрашна. Вопрос и ответ. Сарвишам. Сарвишам. Всех. Витанати. Витанати. Возрастает. Возрастает. Шам. Шам. Истинное счастье. Истинное счастье. Перевод стиха. Когда преданные собираются вместе, их беседы, их вопросы и ответы позволяют говорящему и слушателям прийти к убедительным выводам. Такие встречи помогают всем, кто участвует в них, обрести истинное счастье. Комментарий Шрилы Прабхупады. Воспринять всемогущее учение Верховного Господа может только тот, кто услышит его от преданных. Так, Бхагавад-гиту уже очень давно знают во всем мире, особенно на Западе, но до сих пор никто не получил от этого реальной пользы, поскольку содержание гиты не обсуждалось в кругу преданных. До того, как было основано наше движение, ни один человек на Западе не стал преданным Кришне. Но стоило людям получить Бхагавад-гиту в том виде, в каком она передается в процессе ученической преемственности, и плоды духовного знания не заставили себя ждать. Санат Кумар, один из четырех кумаров, сообщил Притху Махараджи, что их встреча благотворна не только для Махараджи Притху, но и для самих кумаров. Когда Нарада Муни стал расспрашивать Господа Брахму о Верховной Личности Бога, Господь Брахма поблагодарил Нараду за то, что тот дал ему возможность говорить о Верховном Господе. Таким образом, беседы, в которых один святой человек задает другому вопросы о Верховной Личности Бога или о высшей цели жизни, несут огромный заряд духовной энергии. И всякому, кто участвует в них, такие беседы приносят благо как в этой жизни, так и в следующей. Слово «упхайшам» можно толковать по-разному. Все люди делятся на две категории – материалистов и трансценденталистов. Эти и другие могут извлечь для себя немалую пользу, если будут слушать беседы преданных. Благодаря общению с преданными жизнь материалиста становится упорядоченной, и, следовательно, возрастает вероятность того, что в будущем
он станет преданным или уже в этой жизни сумеет осознать истинное положение живого существа. Тот, кто общается с преданными, в следующей жизни непременно родится человеком. Или по окончании этой жизни навсегда освободится из материального плена и вернется домой к Богу. Итак, участие в беседах, которые ведут между собой преданные, приносит человеку как материальное, так и духовное благо. Такие беседы приносят пользу и говорящему, и служителям, и карме, и гьяне. Обсуждение духовных вопросов в обществе преданных благотворно для всех без исключения. Поэтому кумары признали, что их встреча с царем полезна не только для него, но и для них самих. Сангамакхаву садунам убаешшам чисамата ятсам машанасам прашна царвишам витанотишам. Когда преданные собираются вместе, их беседы, их вопросы и ответы позволяют говорящему и слушателям прийти к убедительным выводам. Такие встречи помогают всем, кто участвует в них, обрести истинное счастье. Встреча Махараджа Кутру с кумарами, песня 4, глава 22, текст 19. Сатата Киртаянта Мама Бхагавадгите из подобных стих аналогично объясняется тема. Здесь, может быть, раскрываются какие-то детали еще в этих эпизодах. Но знания, по сути, то же самое. А основы элементарные. А основы философии сознания Кришны очень просты. Все знание очень-очень просто. Ничего сложного нет. Но в применении может выглядеть непонятно, как в различных ситуациях это применять. Например, мы знаем, как благотворное общение с преданными. Если мы поедем в Святую Дхаму на фестиваль, мы это сразу почувствуем в одно мгновение. Все, вот как в этом стихе подтвердится, шам, счастье, умиротворение мы ощутим. Настолько, что даже забудем эти беспокойства, и кажется, что это просто не приснилось, мои проблемы. Их как будто и не было. Так, могучное влияние духовной энергии. Но когда мы живем здесь, в своем мире, в мире рождения и смерти, где мы родились, где мы должны умереть, мы обусловлены этим. Мы не знаем часто, как применить это здесь, в том месте, где мы находимся, как общаться с преданными, чтобы это был такой же результат, как и Шрила Прабхупада. Не заставить себя ждать духовный результат, если мы авторитетно применим его. Настолько люди забыли о духовном результате, что уже не верят вообще, что это возможно, какое-то освобождение, счастье. Но Прабхупада дает пример здесь, в комментарии. Он говорит, что Бхагавад-гита — это знание, которое освободит человека, но давно известная книга. На Западе особенно, в Англии англичане знали Бхагавад-гиту, и уже давно, что они были... Индия была колонией Англии. Они изучали эту культуру, все ценности Индии, да, и другие страны, в Америке очень много переводов, то есть интерес великий к этому произведению по всему миру. В России тоже люди очень-очень интересовались Бхагавад-гитой, тогда, когда она еще не была издана, и уже искали, уже знали об этом произведении. И даже прочитав столько изданий Бхагавад-гиты, ни одного человека не стало преданным Кришне. Ни одного. Нулевой результат. Почему? Потому что трудно применить то, что написано в Бхагавад-гите, к нашему месту, времени и обстоятельствам. Поэтому нужно чари. Пример. Кто же это сделает здесь? Мы пробуем. В одиночку не получается. Вроде бы что-то получается, потом снова не получается, снова провал. И может не уверены в результате. Но здесь говорится, Должны собираться преданные, у монастыря не преданности. Это вот самое важное. То есть йога — это работа с умом, и высшее состояние ума — это преданность. Принадлежность нужно почувствовать свою к Богу. Бхакти-йога. Эта зависимость от Бога, она проявляется в процессе служения. Если мы себя поставим в положение слуги, мы очень быстро почувствуем зависимость от Бога. Но это добровольно. В материальном мире
мы вынуждены принять положение слуги, потому что, может быть, нет денег у нас или нет достаточно образования, знаний каких-то. В этом мире мы не можем очень высокое положение занять, нам приходится служить кому-то, как-то жить нам, деньги зарабатывать. И мы таким образом зависим от этих людей, от этого устройства, потому что мы служим этой системе. Но на самом деле мы развили неправильное настроение. Мы должны служить Богу, занимаясь своими делами. Ман-мана-ба-ман-бакто, думай обо мне, погрузи меня весь свой разум, вот что требуется. Ту же деятельность, которую мы выполняем, можно в другом сознании. И вот это сознание есть сознание Кришны. И когда таким образом преданный, даже работающий на работах и связанный с этой материальной системой, они служат Богу, они встречаются и чувствуют счастье. Собственно, здесь не говорится, что есть другой источник счастья. Другого нет. Знаете, в чем ошибка распространенная преданных неофитов? Они думают, что достигнут совершенства сами по себе собственными усилиями. У меня уже есть мантра, у меня есть правила, рецепты, я атрибут применю, я достигну совершенства. Нет, здесь описывается совершенство, счастье, взаимоотношения. В одиночку не достигается. Мы не можем использовать окружающий мир как ступеньки к собственному совершенству. Или окружающих нас людей как ступеньки к собственной карьере, счастью. Нет, здесь не об этом говорится. Это не тот метод. Это обычный метод в материальном мире используется. Люди пытаются использовать чье-то положение, чье-то влияние, чьи-то знания. Для чего? Для собственного продвижения. Поэтому они служат, но у них двойной мотив. Они служат, но они хотят превзойти того, кому они служат. Воспользоваться чьей-то властью, чьими-то деньгами, чьими-то знаниями. Но здесь совершенно иной метод. Преданные, когда собираются вместе, у них нет корыстных интересов, у них нет соперничества и конкуренции. У них есть только интерес к абсолютной истине, поэтому они собираются. Ну хорошо, мы собрались вместе. Но возникает сомнение. У нас интерес к абсолютной истине. Так. Ну а кто знает абсолютную истину? Я вот этого преданного знаю с самого начала, он понятия не имеет абсолютной истины. И того преданного тоже знаю, он тоже плохо знает абсолютную истину. Я его знаю как облупленных всех просто. Что это такое? Это называется обусловленность. Это означает, что наше сознание материально. Вот это препятствие. Вот оно препятствие. Мы все еще оцениваем друг друга по каким-то материальным качествам, гуна материальной природы. Хотя Бхагавад-гита и Шастра говорится, что живое существо духовно, но вне гуна материальной природы. И мы не хотим принимать этого, потому что этого Васю давно знают. Это кто? Это тот самый Вася? А, так я его знаю. И что, он дает сегодня класс Бхагавата? Какой толк еще такого класса? Вот если приедет какой-нибудь великий преданный, на самом деле знающий абсолютную истину, я, конечно, приду послушаю, чтобы воспользоваться его знанием, и чтобы потом по головам этих Васи пройтись до чисто преданного служения. Конечно, воспользуюсь. Мне нужны только чистые преданные. А Вася, Маша, это только ступеньки для моих лотосных стоп. Ресурс некий. Поэтому приходите больше на программы. Это мой ресурс продвигаться в духовной жизни. Иметь последователей, проповедовать, учить других, да. Но здесь описывается совершенно другой метод. Шам, успокойся. Шама, дама, тапас, качество брамана, первое умиротворение. Успокойся, шама, не надо тебе ничего. А не отрезвляйся с никаким материальным успехом. Не стремись превосходить других. Почувствуй зависимость от преданных сначала. Прежде чем ты от Бога почувствуешь зависимость сначала, осознай свою зависимость от преданных. Без преданных мы не можем войти в процесс даже. Можем читать Бхагавад-гиту, Прабхупада говорит, да, но пока преданные вместе не заберутся с искренним желанием, не раскроется истина. Весь западный мир изучал Бхагавад-гиту, ни одного преданного не появилось. Даже ученые исследовали Бхагавад-гиту, санскрит, все, потому что это такое писание потрясающее, столько знаний скрытых, проанализировали, прокомментировали. И результат ноль. А здесь описывается причина. Потому что нужно это изучать только в обществе преданных. Вопрос стоит по-другому. Мы не должны стать преданными. Мы должны пробудить в себе преданное служение. Это разные вещи.
можно стать преданным, пройти какие-то курсы. У нас есть такие курсы. Изучить кулинарию и философию, бхакта-программ, потом бхакта-шастры, бхакти-шастры, получить документ, диплом, все, прошел, потом идти в дхоти, погладить его предварительно, хорошо. Тилаку. Там не видно, неважно, но здесь видно, тут должно быть. Ноги преданные здесь ставят, нигде больше не ставят. Там не видно все равно. То есть на показ сидят. А Кришна все равно, ему все равно. Это же для людей дело, верно? Тилаку, тхоти, мешочек. Бхакти-шастры, бхакта-программ. Все, преданные, а что еще? В документах есть, форма соответствует, цитаты излагаю, изрыгаю. И цитатами теперь сражаюсь. Сражался без цитат, с цитатами сражаюсь, понимаете? Сарватхарна, парикяжа. Даст всемогущий. Да, да, это вот. В такой атмосфере как можно умиротвориться? Как можно вообще создать Кришну? Кришна обескуражен, что же с ними делать вообще? Каждый молится, и каждый кого-то хочет убить. Кого же защищать, кого убивать, непонятно. Столько молитв, столько разных обращений вообще. Каждый хочет всех превзойти. Как же удовлетворить их желания? Только за много-много рождений и смертей придется это ждать в очереди. Когда же стану верховным? Моя очередь. На очереди и так много верховных. И цепь рождения и смерти. В какой-то жизни, возможно, мне удастся с каким-то царем, монархом или каким-то ложным ачари с миллионами последователей. Ну, то есть достичь какой-то славы желаемой, материальной славы. Я буду думать, теперь я продвинут. Я просто буду так думать. Просто это ум, это возбуждение ума. Просто ложное эго будет давать мне вот эту вот энергию счастья, ложное счастье. Ложное иллюзорное счастье, но переживания будут реальные, как будто бы я на самом деле становлюсь Богом. Треки по телу будут ходить просто. Это дом очень могущественный, воображение. Шама, успокойся, ты не верховный, никогда им не будешь. Прекрати эти все тряски, ты успокойся. Ты слуга, даст. Вот печаль моя. Опять тебе даст. Снова и снова мне говорит одно и то же. У вас какая-то философия, значит, скудная. Даса, даса, ну даса. То есть к дасу просто прибавляете те же самые слова. Ничего нового. Не только даса, еще даса, даса, ну даса. Ну, что-то новенькое придумайте. Прабу, маха, прабу, маха, 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 прабу. Вот дело бы лучше. А даса, даса, ну даса. Ну, надоело. А тут вы служите 5 лет, вы прабу. 10 лет маха прабу. 15 лет уже Махарадж. Вот это я понимаю, это философия. А там уже недалеко уж слиться с Богом осталось, немножко совсем. Свою лотосную стопу ему на голову поставить. Май этого не позволит. Май этого не позволит. Опасный путь очень. Очень опасный путь. Поэтому. Когда мы говорим «стать преданным», может быть, мы понимаем какой-то процесс вот этих внешних усилий, вот нашей практики. Садхана, бхакти – это хорошая практика. Но не нужно забывать, что есть более важная вещь, для чего это делается – цель. Цель и средство. Садхана – это средство, но это не цель. Цель же – обрести на самом деле эту любовь к Богу, настоящую, подлинную любовь. И вот она пробуждается, говорится. Нельзя где-то найти ее или сымитировать каким-то образом. Она находится в сердце. То есть вот эти качества преданности не пробуждаются. Каким образом? Как это? Это сложно понять, потому что я сплю в этой майе. Как во сне. Я совершенно не могу понять, кто я на самом деле. Что только не приснится там, какие ужасы, какие приятные вещи. Я верю в это. Я верю, пока не проснусь. Но как же проснуться, как же мне во сне понять, где реальность, как это различить, если я в этой майе нахожусь. Здесь говорится, другого способа нет, как только общаться с теми, кто имеет интерес к абсолютной истине. Это преданные, настоящие преданные, которые хотят, интересуются сознанием Кришны искренне. Именно они как любви к Богу, не с чего-то другого.
Их не интересует ни карьера, ни богатство, ни власть, ни последователь, ни красивые женщины, ни райские планеты. Ничего не интересует. Но их очень интересует преданное служение. На самом деле они искренние души. И когда они собираются сговориться, они очень быстро достигают результата. Сразу же. Ну вот Прабхупада поехал по всему западному миру. Люди уже читали Бхагавад-гиты, священные писания имеют различные в культурах. И что же вы нас пришли учить еще одной религии? Спросили его. Нет, я пришел вас научить тому, что вы давно забыли. Вы забыли суть религии. Осталась одна форма, красивая форма. Форма потрясающая. Произведение искусства. Знаете это слово? Произведение искусства. Вот это и есть проблема. Когда наши все священные атрибуты стали произведениями искусства. И поклоняются просто произведениям искусства. Нет, нужно поклоняться Богу. Бог это и есть высшее произведение. Поэтому это может отражаться, эти таланты, эти способности, божественные качества, через человека. Но мы должны видеть в этом Кришну, это сознание Кришны. Человек, он слуга Бога. А по слуге вы очень легко можете определить, какой у него хозяин. Сразу увидите. Если это очень разумный, интеллигентный человек, слуга. Если он очень внимательный, любящий, добрый, могущественный, огромные знания у него, какой же у него хозяин, Боже мой. Кто же такой Кришна, когда мы видим такого слугу чистого, преданного, на самом деле чистого, не оскверненного никакими корыстными желаниями. Это же потрясающе, мы начинаем понимать, какой же Кришна, какой же Бог на самом деле. Но если мы видим священника, который обманывает людей, ну, твой Бог нехорош, мы говорим. Нет, Бог хороший. Слуга не слышит. Вот так люди все портят. Бог тот же самый. Вы не оскверните его ничем. Если даже плохие слова скажете про него, вы у него оскверните, ничего не изменится. Он не завидует, он нравно ко всем относится. Он не отомстит вам. Он не даже ничего плохого про вас думает. Но его энергии, которые взаимодействуют вокруг него, они, конечно же, реагируют на эти вещи. Нас наказывают его энергии на самом деле. Сам он никогда не хочет нас наказывать, даже когда мы виноваты. Потому что он всеблагой. Он приходит сражаться с демонами, но только потому, что демон ищет, чтобы убить его, он приходит к демону. Потом его ищет. Хорошо, ты не ищешь, я здесь. Ты хочешь с ним сражаться? Давай сражаться. Но когда он убивает демона, он дает ему освобождение. Потому что это Бог. Это не человек. Это высшее существо, верховная личность Бога, высшая цель, высшей истины не существует. Матах паратарам нанят, Кришна говорит, высшей истины, чем я, нет. Не существует. И так мы пытаемся понять, изучать эти трансцендентные качества, трансцендентную природу, в отличие от материальных качеств, трудно различать. И в обществе преданных это происходит естественным образом. Просто когда они с интересом говорят о Кришне, об абсолютной истине, о достижении духовного совершенства, о преданном служении, атмосфера создается автоматически. Вам не нужно специально для этого украшаться или петь песни, танцевать друг перед другом, чтобы возбудить умы и создать атмосферу. Нет. Наоборот, можете скрыть все свои признаки телесные. И даже еще лучше будет. И о себе ничего не говорить. Не о теле, не об уме, а просто используйте это в служении Кришне, и Кришна проявится. И что будем друг о друге думать? Какие замечательные, чистые сердцем и души вокруг меня. Какие удивительные. Вот так Кришна проявится. Потому что когда Кришна проявляется только с одной целью, не чтобы о себе заявить, он не такой. Он даже материст на себя не открывает, не заявляет себе, не хотят, а чтобы прославить преданных. Когда преданные говорят о нем, преданные получают славу Кришне и прославляют это преданным. И Кришну благодарят за это. Все пользуемся его славой, его могуществом, его красотой, его знанием, его отречением. Все эти атрибуты такие ценные, но это атрибуты Кришны. И слуга Кришны, он разделяет эти достоинства. Автоматично, что Кришна наделяет его этими достояниями для служения. Это закон любви.
преданный может получить огромные богатства. Если на самом деле он хочет Кришне служить, ему нужны такие ресурсы для служения. Он может получить безграничное богатство. Прабхупада привел пример. Пандавы были императорами мира, великие преданные. Императорами мира они владели всей империей, всей землей. Они не были нищими. В современное время люди думают почему-то, что духовная жизнь – добровольная нищета. То есть ничего не делать, отказаться от всего, потому что я не знаю, как там быть в сознании Кришны. Нет, просто потому что там люди по головам идут, карьеру делают, поэтому трудно находиться. Но мы можем иметь другое сознание, выполнять те же самые обязанности. Нам карьера не нужна. Все придет само по себе. Автоматически. Когда мы обретаем трансцендентные знания, здесь Прабхупада говорит в комментарии, что это важно также для материалистов. Даже материалисты сейчас заинтересованы в сознании Кришны. Что великие знания. Ученые не имеют такие знания, как написано здесь. Сейчас только-только люди начинают догадываться, какие великие знания здесь скрыты в этих писаниях через преданных. Через преданных. И даже материалисты сейчас привлекаются и упорядочивают свою жизнь, говорят, становятся вегетарианцами. Отказываются от интоксикации. Жириновский укрепил свою партию, секс только раз в квартал. Да? И тоже без мяса, и все те же четыре принципа. Откуда он их взял? Видите, наш человек. Удивительно просто. Он один из первых понял, в чем суть. Очень интересно. И он автоматически прославляется. Автоматически. И он, и люди начинают уважать это. Вводит принципы чистоты. Вводит, как управляющий класс это делает. Не знаю, насколько он предан Кришне, не предан Кришне, но жизнь упорядочивается. Видите, почему? Потому что преданные говорят об этом. Атмосфера такая могущественная, что люди обращают на это внимание. Значит, это что-то есть. Раз они такие энергичные, сияющие, не успеют петь и танцевать круглые сутки, значит, что-то в этом есть. Откуда у них источник энергии? Наркотики? Мы проверяли, нет, наркотиков чисто все. Это все исследовали. На Джанмаштри один человек пришел за своей дочерью. Он очень боялся, что попал в эту секту. И увидел, ночь глухая, и все как сумасшедшие поют вообще. Нет, ну понятно, что там что-то нечисто. Вы же не можете петь как сумасшедшие без наркотиков, без водки. Там какие-то оргии, похоже, устраивают. И он потом остался там на ночь под кустами где-то, спрятался, чтобы проверить потом все, что ночью там происходит. Ночью все спали спокойно, ничего не было. Было странно. Что тогда, откуда источник энергии? Вроде обычная пища, я ее пробовал, вегетарианская. Что они так скачут-то? Не от голода же, верно? Потом дочь куда-то поехала вообще по всей Европе, потом в Америку. Но он так беспокоился. Звони, пожалуйста, звони мне. Где ты сейчас? В Германии, папа! Почему в Германии? Кто пригласил вообще? Что ты там делаешь? У кого? Деньги есть? А какие деньги? Не нужны мне деньги. Меня здесь встречают. Что такое? Где ее встречают? В Германии, в Америке ее встречают. Что ты ешь? Где живешь? Да везде знакомые. Вот врет, а? Вот врет. Вот врет, что здесь нечисто. Вот так вот, несколько лет отец чуть с ума не сходил. Пока не увидел на самом деле, что на самом деле сознание. Сейчас он просто молится на Кришну. И знаете, такую счастливую дочь никогда не видел вообще. Спасибо вам большое. А ведь я хотел, говорит, закрыть вашу лавочку. У меня были, говорит, связи даже с властями. Я хотел закрыть вашу лавочку. Я пошел и сказал, там наверняка нарушают закон, наверняка там наркотики, наверняка там оргии какие-то. Дочь туда попала, беда у меня, давай закроем эту лавочку. Он говорит, да мы уже проверяли. Нет наркотиков, чисто все, понимаешь, там законом все. Не знаем, что это такое вообще. Почему не так? Неизвестно, науки вообще, предмет. Они же визжат, когда друг друга видят, что забились так. Нигде такого не увидите. Вы не свистят, босиком убегает на улицу вообще. Гуру приехал, босиком, и свистят. Что у них происходит вообще? Что он с ними делает, этот гуру вообще? И вокруг женщины у него, женщины. Странно вообще. На поезд провожают, толпа придет. Встречают, снова толпа. Проводники вообще не знают, что думают. Боятся вообще там. Куда не придет толпа, там толпа, тут толпа. Кому можно сказать, не поверят. Что за общество? И вот
Даже материалисты, но постепенно они понимают, о, все чисто, тогда что же такое? А, такая культура, вот такой энтузиазм, такое стремление к хорошим вещам, такое стремление, это редко, это невозможно вообще. С таким энтузиазмом люди стремятся только к деньгам или к сексу. А они себя ограничивают в этом и стремятся только к хорошему. С такой энергией все посвящают. Как же так, как это получается? Что за учение дать им? Да, это жизнь материалистов. Там тоже есть разум, и хороший разум. Он просто материалистичный, но разум настоящий. Настоящий разум – это потрясающая вещь, вы знаете, ответов не знает, а вопросы есть. Так бывает вообще. Об ответах даже не подозревает, а вопрос знает. Все вопросы знает вот этот разум. Это дано человеку. Животное не может ни спросить, ни услышать ответ. Даже вопросы нет. Но человек и какой разум. Поэтому здесь Прабхупада говорит, все получают благо от того, что преданные есть в обществе. Потому что их беседы, они успокаивают ум и дают духовную силу, энергию, что вокруг все меняется автоматически. При этом никогда не сидит без дела. Ни секунды, невозможно. Но он никогда не соприкасается с тамосом, с бездеятельностью, с прострациями какими-то. Или анализом, что у него было хорошо, что плохо, кто его обидел, кто его похвалил, и все эти оценки, переоценки. Никогда не посвящает время таким медитациям. Если он в уединении, он сразу берет четкие уроки, повторяет Святое Имя, читает книги, он строит планы, как распространять знания, каким образом, что люди сейчас могут понять, что не могут понять, как легче. Не знаю, стратегию имеют проповеди. Сначала просад, конечно. Главный первый стратегический шаг, наконец, просад людей. Вот это целая программа. Все, чтобы все ели просад. Нам кажется, что много людей накормили просад, наверное. Но оказывается, в городе столько людей, которые даже не знают, кто такие Хари Кришны. Столько харинам провели. А они даже не знают, кто такие Хари Кришны, спросите. Вообще никогда не видели в жизни. Нам так кажется. Из-за иллюзий. И поэтому иногда мы гордимся. Мы распространили сознание Кришны. Нет, еще столько работы. Боже мой, даже если они еще увидели нас несколько раз, ты еще ни о чем не говорили. Вся работа только впереди еще. Возможно, преданные уже давно находятся в йога-майе. И, может быть, не догадываются, насколько люди далеки сейчас от сознания Кришны. Насколько они далеки. Может быть, даже вам не приснилось этого еще. Потому что вы в йога-майе. Йога-майя – это духовная энергия. И, видите, вы выходите на улицу, думаете, автомобиль, ну, они души просто не знают об этом. Но насколько они знают об этом, вы даже не догадываетесь. Если им даже тысячу раз на ухо сказать, ты душа, не тело, это душа, не тело, ничего не говорит. Вот как от комара, это, знаете, какой-то зуб, знаете, такой беспокоящий. Если сказать ему, секс, Где? Насколько недалеки вообще за них? Если скажете ему, Кришна, он испугается. Почему общество страдает? Почему общество так вот деградирует от идеалистов? Но они же сами отвергают истину. Они же сами отвергают. Но они при этом невинны. Вот в чем проблема. Потому что невежество имеет такой свой. Отвергать и бояться истину. Потому что если вы примете истину, все ваше окружение сменится. А у меня привязанность. Мы, говорит, раньше пили с тобой, курили. Были друзьями, больше как мы с тобой общались. За бутылкой. Такие были сокровенные у нас беседы. Из сердца в сердце. Стакан за стаканом. И каждый стакан, знаете, он раскрывал больше каких-то наших возможностей. Вплоть до того, что мы выходили на улицу, орали, как сумасшедшие песни какие-то, передрались с людьми. О, это было жизнь вообще. А теперь ты не пьешь, не куришь, даже не разговариваешь, наверное, что делать. Предательство какое. Да, Вася, извини. Я просто отвлекся на Хари Кришна мантру. Я не буду больше мантру повторять, я буду снова пить с тобой водку. Нет, процесс необратимый. Вот почему боятся материалисты.
Это было, может быть, интересно сходить на программу, посмотреть, вернуться снова, но вы уже не можете вернуться снова. Даже после одной программы бывает такое. Пришел и уже не можете вернуться снова туда же. Не хотите. Не хотите. Раньше все это так ценили, а тут все, вкус изменился. Бежите снова на программу. И вот начинается борьба. Родственники вас туда, вы их сюда. И кто кого? Перетягивание каната. Несколько лет. Кто кого победит? Откуда у нас такие силы? Один человек весь свой род перетягивает. Один такой маленький преданный, знаете. Еще даже и бактопрограмм не прошел толком. Уже весь свой род перевернул. Сверху на голову поставил. Всех родственников. Всех. Братьев, сестер, жену, детей. Всех. Вот это энтузиазм, вот это порыв вообще. Все в шоке. Кошмар, это опасность, это очень опасность. Но когда вы уже придаете настоящие качества духовные, все это умиротворяется, замолкают все вокруг, даже птицы. И думают, это наш Вася. Это мы воспитали его. Вы мама Васи? О, Боже мой, так вы же великая мама. Она всю жизнь жила непонятно как, тут Вася стал святым, и теперь она тоже святая. Что моя мать только не пишет и не говорят, ученики. Она говорит, что они говорят вообще? Я, говорит, тут при чем? Я откуда знаю, почему такой родился? И почему не мне что-то не нечего? Кришна, он прославляет всех в этом роду, говорится. До 14-го колена все становятся святыми людьми. Все алкоголики, кто бы они ни были, танкисты, трактористы, мясоеды, святые становятся. В роду Вася даст. Даст. И все, у нас нужно собираться вместе и с интересом общаться, обсуждать эти темы, спрашивая, отвечая друг друга. И когда этот интерес, Кришна сам проявится, такой простой метод. Самый простой метод бхакти-йога. Каждый может это делать, даже дети. У детей очень хорошо получается. Но как только ум завладевает какие-то желания, какая-то карьера, какое-то чувство превосходства, нарушается катха. Оскверняется, споры начинаются, разногласия, ссоры, конфликты, даже оскорбления. То есть это может все обратиться, видите, вот, против нас. Потому что здесь говорит, условия, мы должны с интересом, как преданные это делать. В качестве преданного служения. Мы зависимы и благодарны преданным, что все преданные приходят на программы. Спрашивают, слушают, воспевают, хлопают в ладоши. Уже за это можно, знаете, прославлять преданных. Что в это время делают материалисты? Где они сейчас? На работе? А мы здесь сидим, видите? Уже за это можно прославить преданных. Они пожертвовали рабочим днем, может быть, своим. Ну, это же серьезно, может быть. Возможно, кого-то выгонят с работы после этой программы. Ну, не знаю. Меня так выгнали с работы. За вегетарианство. Потому что я других тоже сделал вегетарианцами. За это выгнали с работы. Итак, преданные, они идут на некий материальный риск, так кажется. Но нет, это кажется. Потому что Кришна награждает исполнение всех желаний. Хотя преданный никогда не хочет ничего материального. Кришна дает ему все необходимое. На каждом шагу его жизни. Всегда поддерживает его непрерывно. Изнутри сердца, из внешних обстоятельств всегда под защитой находится преданный слуга. Если мы встали на путь преданного служения, то Ахам, Твам, Сарвапа, Пепхио. Кришна говорит, я тебя лично защищаю. И что же нужно делать, если мы чувствуем опасность жизни какой-то или тревоги, продолжать преданное служение? Вы пересечете океан земного существования таким путем. Даже если штормит океан, даже если акулы выплывают иногда с дна океана, оставайтесь в лодке. И так мы переплывем океан земного существования. Преданный находится под защитой. Океан невозможно переплыть вообще-то в обычной лодке. Но в этой лодке можно. На самом деле это целый корабль трансцендентного знания, говорится, надежный судно.
есть веды, паруса, ветер, есть опытный капитан, ачари у нас есть, они руководят движением, и мы продвигаемся. Каждый знает об этом. Что бы ни случалось с нами или в обществе, может быть, даже ошибки какие-то, несовершенства, мы продвигаемся, потому что «Ахам твам сарок эффект всего Кришна, я тебя защищу от всех ошибок». Ты все равно достигнешь преданного служения. Знаешь, даже ты несовершенно действуешь в чем-то, это не грех, что ты искренне это делаешь, ты искренне служишь мне, я это приму. Потому что у тебя есть любовь. Ошибки его не интересуют, недостатки не интересуют. Если есть любовь, он говорит, все это чистый бред. Он под полной моей защитой. Если вы думаете, что он в прошлом был грешник, вы оскорбляете его. Вы просто оскорбляете его. Кришна не любит такие вещи. Вот такое его отношение. Поэтому не мудрено, что процесс такой естественный, простой, что просто говоря о Кришне, преданно достигают счастья. И к этому счастью стремятся все люди. Поэтому мы видим, что многие-многие люди хотят ходить на бхакти-врикшу, хотят ходить в малые группы, что там есть общение, есть обсуждение, есть атмосфера. Шаман. Удовлетворение, умиротворение, счастье, платформа счастья существует. Такая сильная поддержка в нашей жизни. Так что даже для успеха в материальном мире нам нужно иметь эту поддержку, энтузиазм. Харе Кришна. Падаки джай. Несколько вопросов. Что у нас со звуком? Реверс. Есть вопрос? О роли наставничества в преданном служении. Расскажите, пожалуйста. О роли наставничества в преданном служении? Ну, как здесь написано. Пока не думайте о самом наставничестве, но помогайте друг другу в духовной жизни. И постепенно проявятся такие наставники, именно преданные, которые имеют такой энтузиазм, сострадание, которые будут помогать другим. Думайте о том, как помогать другим в духовной жизни. Это проявится. По-другому система наставников не устанавливается, потому что это духовная структура. Мы не можем назначить сейчас наставника никого-то, и она заработает система. Не заработает. Здесь нужны некоторые качества, некоторые позиции активные. И все. Никаких положений, должностей. Духовная структура наставничества. Духовная. Не ждите, что сейчас нас назначат, и мы сделаем карьеру. Станем наставниками. Никакой карьеры не будет. Будет служение. Будет ответственность и сострадание. Это и будет достаточно. И будет слава потом, но от Кришны. Не от наших собственных усилий, а от Кришны слава придет. И мы не возгордимся этой славой. Мы просто еще ближе к Кришне станем. Система наставничества, если ее установить должным образом, это самое важное в нашем обществе. Это взаимоотношения семьи, это самое важное. Чтобы все чувствовали эту заботу и прибежище. Наша вера окрепнет очень быстро. Мы должны быть абсолютно уверены, что если со мной что-то случится, преданные всегда помогут. Меня никогда не забудут, меня не ставят без внимания. Каждый должен чувствовать такую защиту. Вот тогда это будет системное наставничество. Нас очень много в Екатеринбурге. Значит, что мы очень много можем сделать вместе. А если мы не вместе, мы будем мешать друг другу. Нас было сначала совсем мало, единицы, и мы не мешали друг другу, и много делали. Делали не меньше, чем сейчас делается. В 90-х годах один человек вагон книг распространил за марафон. Сейчас даже, может быть, несколько ядр за марафон столько не распространяли. Вагон. Посчитали, сколько книг взвесили вагон за месяц зимнего марафона. Так что не менее могу, что действовали. И нас было меньше в 1000 раз. Потому что друг другу не мешали, а вдохновляли. Мы очень зависели, потому что нас было мало. Мы зависели друг от друга и ценили. Мы держались друг за друга, знаете, как ценили. У нас больше, 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 и поскольку есть уже организация, структура, вот этот вот момент карьеры, он мешает нам сотрудничать часто.
кто лучше, кто хуже, кто какой, оценка, переоценка. А наставничество означает, что нам помогают забыть все эти различия и делать главные вещи. Те, которые, ради которых мы сюда пришли. Мы сюда пришли не для того, чтобы критиковать других или оценить, переоценить кого-то. И сравнивать себя с другими. Совсем не для этого пришли сюда, чтобы народ посмотреть, себя показать. И вот наставники должны напоминать главное. Потому что майя, она проникает через любую структуру. Если не будет духовной связи в этой структуре, мы можем стать обычной материальной организацией, религиозной. А Прабхупада не хотел создавать новую религию, а хотел, чтобы мы вспомнили, кто мы и все. Кто мы на самом деле? Мы слуги Кришны. Поэтому не спешите сейчас создавать какую-то систему наставников. Обсудите это. Обсуждайте это, как здесь написано. Обсуждайте в обществе преданных это. Почувствуйте эту связь. Это счастье общения. Почувствуйте сострадание к тем, кому нужна помощь в духовной жизни, защита, забота. И делайте все. Так бхакти растет, развивается. Это истинный путь. Еще вопрос? Пожалуйста. Да. А тут ничего не скажешь. Если человек хочет есть мясо, он найдет много рыбы. А как тогда совместить преданность и лишней, и... Никак не совместить, не совмещается. Это не преданность Кришне, это просто определенные религиозные воззрения у человека есть. Определенные религиозные воззрения. Преданность — это нечто другое. Вы не можете есть, если вы преданы то, что Кришна не ест, или не предложено Кришне. Но нигде не найдете шахты, чтобы Кришне предлагали мясо. Нет такого. Он не принимает такие подношения. Если вы хотите есть мясо, вы должны предлагать это кали. Духом привидения вот этим существом через кали. И потом такой махапрасад есть. Там еще вина наливают. Кришна не принимает такие вещи с тамасом. Пища в Бхагавад-гите, сам Кришна рассказал, что пища в трибунах материальной природы. Что касается пандавов, кшатриев, в те ведические времена кшатрии иногда ели мясо. А вы видели, что Кришна ел мясо? Это описывается в Махабхарате или Пуране? Нет. Не найдете такого места. При этом рекомендовано кшатриям поклоняться полубогам для определенных целей. Рекомендованы. И иногда приносить жертву некоторых животных, которые они на охоте убивают, поскольку кшатрий должен учиться упражняться в убийстве воин. Вот охота — это своего рода такой урок, урок убийства. Владеть оружием, убивать животных. И они отстрелили тех животных, которых слишком много в лесу или опасны очень. И некоторых животных жертвенных они предлагали в жертву, и немного ели этого мяса, как жертвенное мясо. Сейчас век Кали, эти ритуалы невыполнимы, запрещены. Век Кали, вы знаете, даже Будда пришел, чтобы запретить ведические жертвоприношения, чтобы остановить убийство животных. Люди не контролируют свой язык. Под видом жертвоприношения они устраивают целые бойни, чтобы поесть мясо. Век Кали — это особое время. Откажитесь от мяса полностью. Ну а если говорить вообще о преданных, великих, Гаруда — великий преданный Господа Вишну, он не вегетарианец. Ест слонов, черепах, змей, рыбу. Прабхупада говорил об этом ученикам. Говорит, вы еще ничего не знаете о преданном служении. Вы думаете, это просто регулирующие принципы. Ну, говорит, Гаруда, например, не вегетарианец. Я другой разговор. Это природа его была. Природа птицы. Но мы с вами не птицы, не пандавы. Кто мы? Ну, млечные по рождению, привязаны к мясу. И под эту привычку ищем религию себе. Где та удобная религия, в которой можно есть мясо сколько хочешь.
и пить водку. О, я христианин, все. Только не кришнаит, потому что там мясо и водку не пьют, а здесь едят и пьют, поэтому я христианин. Очень много людей так мыслит. Что значит зависеть от преданных? Это означает, мы знаем, что без преданных мы не можем продвигаться духовно. Без преданных мы не можем продвигаться духовно. Без пищи будем чувствовать голод и слабость, верно? Это зависимость от пищи. Также без общения с преданными можем тоже чувствовать эту духовную слабость, голод. И даже, может быть, духовная смерть придет. Если не получать пищи, общения. Бхакти — это общение. Если мы хотим интенсивно продвигаться в этой жизни, общение необходимо регулярно. Обусловленность, нужно медитировать на душу. В принципе, да, это так. Медитировать на духовные качества чистых преданных легче всего будет так. Потому что на свою душу сейчас может быть трудно медитировать. Когда вы в полном экстазе, скажем, да, вот это вы знаете, я душа. Вот. Но это бывает не постоянно, может быть. А когда общаемся с преданными, это постоянно можно помнить. Как сделать так, чтобы родители не думали, что вы в секте? Так вы в секте и есть. В самой опасной секте. Для материалистов это всегда будет так. Это секта, потому что они считают, что материальный мир — это материальный мир только. Остальное — группы, секты. А истинные стандарты, материалистичные стандарты жизни. Потому что все люди так живут. Они убеждены в этом полностью. Свободное светское общество. Есть права и обязанности, все прописано из Конституции, есть рабочие места, есть предприятия, есть финансы, есть политика, экономика. Все организовано, все. Мы живем в цивилизованном мире. А это секта. Что они делают? Политику они занимаются, работать не хотят. Учиться тоже не очень заинтересованы. Настоящий сектор. Замуж выйти за непреданного ни в коем случае. Это, конечно, сектанты. Поговорить с ними не о чем толком. Только о Кришне. Телевизор не смотрят. Только, конечно, сектор. Опасный сектор. Вот когда у нас появится, когда по телевидению будут лекции по Бхагаватам транслировать, тогда не задумайся, может быть, это не секта. Вот что им нужно? Нужно подтверждение из материального мира получить. Здесь такой преданный есть, сейчас в зале нет. Он раньше был президентом. У него отец все ругал его, что ты в секту попал. Вот ему, ну, он такой был активный проповедник, знаете, он ему активно проповедовал, отец все это отбивал. Что в секте и все. И вот по телевизору говорит, почему, говорит, ты думаешь, что мы в секте? По телевизору, говорит, про вас говорили. Для него авторитет был телевизор. Этот преданный тогда, видимо, магнитофон купил. Взял кассету с моей лекции и через телевизор показал ему. Говорит, смотри, нас показывают. Вот смотри, люди. Нас транслируют по Первому каналу. Иди. Вас? Это секта, что ли? Да иди посмотри. Он сел, прослушал всю лекцию и сказал, я не знал, что вы не секта. Если это через телевизор, то это авторитет, и все. То есть материалистам нужны такие подтверждения. Что президент сказал, что это не секта, допустим. А потому что в средствах массовой информации всякое говорят. Должно быть секта. Чем преданно отличаются от материалистов? Они не верят материальному миру. Никаким средствам информации не доверяют.
Чтобы они услышали в средствах массовой информации, чтобы они прочитали в книгах материалистов, у них все равно свое мнение останется. На них это не влияет уж никак. Это опасная секта. В Гите это написано. То, что для материалиста день, для преданного – ночь. А то, что ночь для материалиста – день для преданного. В разных измерениях. Однако, что касается взаимоотношений, Кришна устроит рано или поздно это. Это относится к родителям, к другим людям, потому что если что-то случается с родителями вашими или с преданными, никто, как преданный, не поможет вам. Никто этого не сделает так и преданный. Ну, тогда они могут это оценить, что такое преданный. Как он может исполнять свои обязанности. Что значит понимать суть вещей, явлений? В высшем смысле слова означает знать Кришну. Это значит понимать суть вещей, явлений. Это очень короткий ответ, такой сокращенный. Все нанизано, Кришна говорит, на мне, как жемчужина на нити. Суть всех явлений, вещей, Кришна. Сверх душа Вселенной. И мы понимаем этот момент, мы видим суть вещей. Ну и, конечно, это открывает все остальное. Этот принцип постепенно открывает все остальное. Вы видели человека в клетке? Наверное, не видели. Это до сих пор практикуется в некоторых тюрьмах, в Индии, например. Но мы видели с вами животных в клетке, верно? Что вы чувствовали? По-разному. Есть люди, которым нравится смотреть на животных в клетке. Другие говорят, не хочу ходить в зоопарк, это тюрьма для животных. Неприятно, тяжелое чувство остается. Они там страдают. Знакомо это чувство? И вот когда вы смотрите на различные формы жизни, вы видите суть вещей. Можете видеть такими глазами. Они все в клетке этих материальных тел. Все дживы, все души. И человек их может освободить. Просветленный человек может освободить многих. И что самое удивительное, к этим клеткам все привязаны. Если вы даже откроете его так, он не захочет говорить. Он не пойдет. Тюрьма мой дом. На свободе я никто. Я не знаю, кто я. Как это? Кто это? Вот там я авторитет. Я не могу быть это. Вся моя жизнь, там мои друзья. Там. Он остается в этой клетке. Это суть вещей. Является исполнение своих материальных обязанностей? Семейных. Семейных обязанностей. Это может быть духовной практикой, может и не быть духовной практикой. Смотря в каком сознании вы это делаете. Духовная практика – это когда вы удовлетворяете Кришну. Свяжите это с Кришной, ваши семейные обязанности. Это задача женщины. Великая женщина, соответственно. Но просто удовлетворяет чувства детей и мужа, это не может быть духовной практикой. Действуйте так, чтобы возвысить всех в семье, способствовать духовному продвижению мужа, детей, всех родственников. Тогда это часть духовной практики тоже. И не обязательно воевать с ними, вбивать в голову какие-то философские истины. Есть много методов человеческих, как общаться с людьми. Это подразумевается, что вы говорите, что на самом деле семья — это ашрам, это духовная практика на самом деле. Ашрам — это место, где духовное, где очищение есть, духовная практика. Но есть два вида семьи — грехастха ашрам и грехометха. И грехометха не является духовным укладом.
где люди руководствуются завистью и поэтому хотят больше заработать, больше продвигаться, конкурируют, смотрят, кто что купил, кто на ком женился, кто с кем развелся. Это грехометха. Никуда они не продвигаются, не деградируют. Грехаска ашем — это духовный план. Что значит познать Брахман? Второй вопрос какой? А первый? А Брахман и Параматма. Осознать Брахман означает прасана атма. Ощутить радость внутри себя. И погрузиться в это, брахма-бхуту. Все, вас ничем нельзя беспокоить. Невозможно. Хоть тут знаете, вот сейчас потолок упадет, вы даже не шевельнетесь. Вы в брахмане. Вы в вечности. Вы даже не заметите потолок упадет. Брахман. Такая защита. А параматма — это другое. Параматма вы чувствуете. Сейчас упадет потолок. И уходите. Это только вышли. Откуда он узнал? Через Брахман? Параматма сказал. В материальном мире это секрет, что потолок упадет. Никто не должен знать. Все должно накрыть. Судьба такая. Титаник должен утонуть весь. Но в Брахмане уже все известно, что будет. Но Брахман не разговаривает, параматма говорит. Поэтому, если вы не достигли параматмы, потолок вам пойдет на голову. Если достигли параматмы, вы уйдете чуть-чуть раньше. Понятно объяснение? Если это вообще объяснение какое-то философское. Как правильно понять взаимозависимость? От ачарьи. От ачарьи. Взаимозависимость. С духовным учителем? Через служение. С ачарьей, если, скажем, мы хотим возвыситься, мы должны общаться с людьми более продвинутыми. Но как общаться с людьми более продвинутыми, если им неинтересно общаться с нашим уровнем? Они же более продвинутые. Они слушают и зевают. Но он не продвинутый. А говорят, нужно с ними общаться. И как с ними общаться? Что такое сказать, чтобы было интересно? Ничего мне не интересно, что я говорю. Я даже вот эту беседу хочу поддержать, и они как-то сразу теряют интерес к беседе. Как только я вот смешиваюсь с беседой, сразу теряют интерес. Как? Служение. Служение дает такую связь. Поскольку если я служу своему гуру, я чувствую эту связь. Я приобщаюсь к его миссии, к его сознанию, к его желаниям, вот этим духовным уровням. Таким образом, я могу продвигаться в этом процессе, через служение. Служение связывает, оно трансцендентно, оно независимо ни от каких уровней. Слуга везде уместен. Даже если вы Богу можете служить, будете связаны с Ним. Хотя разница огромная, но служение трансцендентно, оно связывает нас, дает эту связь, йогу. Милость позже проявится в реакциях на все его оскорбления. Вот это будет настоящая милость. Он достигает какого-то положения благодаря работе. Он же работает, он зарабатывает себе карьеру какую-то, верно? Он получает это в соответствии с своим желаниями. Как мы сказали, он становится преданным, но не пробуждается как преданным. Он работает как преданный, внешне.
Это он становится таким. Он усвоил, как это сделать внешне, чтобы меня считали преданным, чтобы я чувствовал себя преданным. И поскольку его жизнь упорядочена и связана с Кришной так или иначе, он себя хорошо может чувствовать. Но бхава заключается в том, что он лучше других, он больше всех работает, он много служит. Поэтому дает ему право критиковать других. Это материальное отождествление дает ему право, так сказать, критиковать и злоупотреблять своим положением. Вы бездельники все. В таком духе начинает общаться. Грубом. Это может сходить с рук какое-то время, потому что он еще получит какие-то напоминания, может быть, там от Кришны из разных источников, может быть, ему подсказки какие-то будут, чтобы его исправить. Но если он дальше пойдет таким путем, придут реакции. И вот эту милость Кришны он может не выдержать. Это будет не так просто. Поэтому с самого начала лучше действовать в сознании Кришны стараться.